怎么样？我能帮你吗？还是你还在考虑啊？他妈的，他是一个真是城里最好的价格。再来一口。啊，很好，还不错。 Да-да, кровати на втором и третьем этажах. Душевые и прачечная в подвале. Вам нужна капсула? Access granted. Дженсен, я уже ухожу. Малик, что ты здесь делаешь? Я же сказал, сам разберусь. Точно, просто я ничего не делала. Поверь мне, Ван Брюген весь твой. Погоди-ка, что-то не так. Выкладывай, что такое? Зачем ты здесь? Да ничего. Но слушай, могут быть у девушки свои секреты? Конечно, но я вижу, что тебе что-то не дает покоя. И волнуюсь. Что происходит? Мне надо было...
кое с чем разобраться. Ради друга. Она такого не заслужила. Я слушаю. Хорошо. Раз уж тебе так приспичило. Помнишь, я когда-то тут жила? У меня была лучшая подруга, Эвелин. Была мне как сестра. С ней тут было весело жить, но потом произошел несчастный случай. Она погибла. Прости, Малик. Подожди, Дженсен, дай закончить. Я думала, я это пережила, но я знаю. Я знаю, она не просто умерла. Ее убили, понимаешь? Убил ее парень, этот ублюдок. Я знаю, это он. От него с самого начала были одни проблемы, но она не хотела меня слушать. Малик, спокойнее. Если твою подругу убили, полиция бы что-нибудь заподозрила, провела расследование. Вот и все. Расследования никакого не было. Сказали, что она упала с лестницы, словно это был несчастный случай. Но травмы, ее смерть, ничего не совпадает. Вот, все здесь. Анализ пятен крови. Пятна крови? Ты видела полицейский отчет? Да. Друг оставил в капсуле копию для меня. Я ее забрала. Слушай, это звучит дико, но, по-моему, кто-то пытается замять дело. Нужно только это доказать. Если бы у меня были материалы вскрытия, которых так никто и не видел, я бы докопалась до истины. Только... Откуда у меня ощущение, что я сейчас во что-то вляпаюсь? Слушай, Дженсен, извини. Я знаю, что основная цель — Ван Брюген. И я тебе уже говорила, что со своими делами я сама разберусь. Просто... чем больше я об этом думаю, тем лучше понимаю, что одна не справлюсь. Я же просто пилот. Я не детектив, но мне нужна правда. Что ты планировала сделать с отчетом после того, как он попал к тебе в руки? Я точно не знаю. Я же говорила, я всего лишь пилот, но я чувствовала, что надо что-то сделать, пока есть такая возможность. Может, когда у тебя будет отчет, мы его изучим и что-нибудь придумаем? Ты сказала, что видела полицейский отчет. Кто тебе его передал? Старый друг, который тоже хорошо знал Эвелин. Работал когда-то в полиции Шанхая. Он оставил мне в капсуле копию и еще кое-что. А еще он оставил инструкции, как связаться с человеком из протез и получить отчет о вскрытии, который куда-то исчез. Видимо, не просто так. Какое отношение протез имеет к отчету о вскрытии Эвелин? Если ты не заметил, китайское правительство уже давно использует услуги наемников во многих направлениях. Bell Tower отвечает за безопасность на улицах, а протез уже давно предлагает не только косметическую хирургию. Их часто привлекают в особых случаях, вроде случая Эвелин. А чем дело Эвелин такое особенное, как ты думаешь? Ее парень, Ли. Он был на месте ее смерти. На нем была ее кровь, а в крови нашли алкоголь и следы наркотиков. С его послужным списком дела его были плохи, но вмешалась семья. Много влиятельных людей, деньжищ дофига. Им ни к чему было такое пятно на репутации, обвинение в убийстве. Почему ты подозреваешь, что парень Эвелин как-то замешан в ее смерти? Уж очень он был мерзкий. Сразу было ясно. Родился в богатой и влиятельной семье, но так и не научился брать на себя ответственность. Я думаю, он дня в своей жизни честно не проработал. Значит, он был богатый тупоголовый урод. Если бы это было доказательством вины, половина земного шара бы уже была за решеткой. Нет, есть еще кое-что. У него бывали вспышки ярости. Домашних избивал. Однажды он чуть не убил парня из-за какого-то спора. Но его семья защищала его от всех, даже от полиции. А Эвелин это не волновало? Она всегда старалась видеть в людях лучшее. Не торопилась с выводами. Может, это было наивно и даже глупо, но она была такой... невинной. Расскажи мне об Эвелин. Она была красивой, беззаботной, любила повеселиться. Мы с ней встретились, когда я только начала работать в частной транспортной фирме, тут, в Шанхае. Она тоже была отличным пилотом. Знала, как ловить ветер. Идеально вела птичку. Жаль, что в людях она разбиралась куда хуже. То есть? Она постоянно тусовалась не с теми, с кем надо. И всегда в этом был замешан какой-нибудь парень. Она знала, что ее тогдашний бойфренд Ли мне не нравился. Это стало камнем преткновения. И расстались мы не в лучших отношениях. Понимаю.
Она была хорошей девушкой. Она заслужила лучшую участь. Хорошо. Ладно, я помогу. Что от меня требуется? Мой контакт работает на Протез. Техник. Судя по всему, имеет доступ ко всей их базе данных. Он хочет передать мне копию отчета о вскрытии Эвелин. Значит, нужно встретиться с ним и получить отчет. Это все? Да, но он ответит только на кодовую фразу «Жизнь и смерть приходят в отведенное время». И ответ его будет «Почет и богатство, воля небес». Боже, Малик, это все как будто взято из плохого кино про шпионов. Точно. Он просто пытается обезопасить себя. Не я же эту фразу выбирала. Просто не забудь код и подыграй ему. Найдешь его в холле клиники Протез в Нижнем Хенше. У этого парня есть имя? Понятия не имею. Но он откликается на имя Мистер Икс. Знаю, знаю. Мистер Икс, ладно. Что еще? Да, пока я не забыла. Все, что касается случая с Эвелин, газетные заметки, полицейский рапорт, данные из Протез, все лежит в капсуле 009 в отеле. Ознакомься со всеми материалами, как сможешь. Капсула 9, я понял. Мне нужно идти. Сообщи мне, если будет что-то новое. Спасибо тебе. Я действительно ценю это, Дженсен. Вы имеете в виду Панхею? Совместно между... Международный проект направлен на исследование. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Когда мы сами сможем узнать правду? Как только установка будет готова. Если хотите услышать продолжение эксклюзивного интервью с Хью Дэрроу, заходите на www.psv.com. Эй, не подскажешь, где здесь можно затариться? Может. Как насчет конфет? Здесь есть что-нибудь вкусное? Думаю, тебе стоит заглянуть вон в тот шкаф. Если рядом кто-нибудь будет, тебе помогут найти то, что возможно, надо. Возможно, мне придется взять свои слова назад. Миллионер Хью Дэрроу связался со мной лично и отрицал свое участие в тайных встречах с делегатами ООН по поводу дебатов об имплантации. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Ты покупаешь или продаешь? Я делаю и то, и другое. Взгляни на компьютер и увидишь сам. Пока-пока. Увидимся. Предоставляю спонсорам. Ой.
Подождите. Нет у нас никаких спонсоров. Как только установка будет готова. У кого там вы смотрите, там дал рынок цели еще кунтя. Сыа, ты тянцы, ты сыдал цель. Вот ты на твой дату функу, я на эту дочь. Кого хаку, я смотрю. 从那里面爬出来哦 看, 我恨这栋楼 Такое случается редко, друзья. Но, возможно, мне придется взять свои слова назад. 市场上最好的 我向你保证这些人不可能都弄错了吧 в тайных встречах с делегатами ООН по поводу дебатов об имплантации. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Здесь живут люди. Они не хотят, чтобы за ними следил какой-то иностранец. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ изменить температуру океанских вод с помощью затравки из железа и геотермального контроля. Простите, мистер Дэрол. Но многие считают, что ваша арктическая установка скорее теория. Когда мы сами сможем узнать правду? Как только установка будет готова. Я собираю подписи за выселение двух женщин со второго этажа западного крыла. Подпишите? Совершенно очевидно, что они занимаются проституцией. Я знаю, у нас тут не пятизвездочный отель, но если кто-то хочет компании, пусть идет в Хунхуа. Хорошо. Где ставить подпись? Хотите въехать к нам? Не лучшее место в Хэнша, но цены вполне доступны. Продолжение эксклюзивного интервью с Ю Дэро, заходите на www.facebook.com. Прямой эфир была Элиза. Касан, новости Бик. Такое случилось редко, друзья. Миллионер Хью Дэрроу связался со мной лично. Лучшие в городе. Я буду здесь. Исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Вы имеете в виду Бархию? Совместный международный проект, направленный на исполнение. Экосфера Земли серьезная опасность, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ Установка будет готова. Если хотите услышать продолжение эксклюзивного интервью с Хью Дэрроу, заходите на друзья. Но, возможно, мне придется взять свои слова назад. Миллионер Хью Дэрроу связался со мной лично и отрицал свое участие в тайных встречах с делегатами ООН по поводу дебатов об имплантации. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Вы имеете в виду Банхир? Совместный международный проект, направленный на исцеление мира. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. С
самый эффективный способ изменить температуру океанских вод с помощью затравки из железа и геотермального контроля. Простите, мистер Дэрроу, но многие считают, что ваша арктическая установка скорее теория. Когда мы сами сможем узнать правду? Как только установка будет готова. Если хотите услышать продолжение эксклюзивного интервью с Хью Дэрроу, заходите на www.fibusweb.com. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости. Такое случилось редко, друзья. Но, возможно, мне придется слова назад. Ягоды, выросшие на крови. И дело не в том, что вы производители, получающие прибыль с тех, кто вставляет в разные механические игрушки. Дело в том, что они оба подчиняются нашим председателям, или, как я их называю, надзирателям. Слушайте, в результате одна из этих двух корпораций станет монополистом в этой индустрии. А как нам всем известно, кто управляет технологией, тот правит миром. Так что выбирайте, какой яд вам больше по душе, друзья мои. Все мое время. Вы имеете в виду Панхею? Совместный международный проект, направленный на исцеление мира. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Я знаю, что у вас там. Я не понимаю, о чем. Я видела хорька у вас под рубашкой. В отеле запрещено держать домашних животных. Это ложь! Если вы не избавитесь от него, я скажу господину Чоу. Вы очень злая женщина. Скажите ей, пусть она оставит меня в покое. Вы охранник. Скажите ему, пусть избавится от этого мерзкого грызуна. Этот хорек мой единственный друг. Этот хорек мой единственный друг. Я серьезно? Как можно жить здесь, когда эта крыса все время крадет пищу? Среди конструкторов идет не на жизнь, а на смерть, мягко говоря. Может, из-за этого у Шарифа были все эти рейды? Подумайте, друзья мои, подумайте! Неужели я...
Хочешь повеселиться? У меня вся ночь свободна, красавчик. Ищешь способ хорошо провести время в Хенша? Я здесь. Такое случается редко, друзья. Но, возможно, мне придется взять свои слова назад. Миллионер Хью Дэрроу связался со мной лично и отрицал свое участие в тайных встречах с делегатами ООН по поводу дебатов об имплантации. Вот что он сказал. Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Экосфера Земли в серьезной опасности. Но это моя жизнь. Не перейся. Но...是美国人吗？滚开，窝囊废！你去哪里了？他不会自己离开的，他们把他抓走了，就在这街上抓走了。你去哪里？别别别，问很久，快点，叫我们来帮你。那，значит，слушайте。 对不起，你不能从这走，我很忙。
величайшим кретину на планете, если бы пытался добиться успеха своего инженерно-геологического плана. В какой стати останавливать то, что приносит тебе миллионы? Персалайф, корпорация Равы, Институт Гора, все они прилагают столько усилий, что парень из 143-й капсулы не запер дверь. Да не верю. Конечно, я не удержалась и заглянула внутрь. И? У него там столько всего, ты не представляешь. Можно было утащить электронную книгу, а то и две, но я не стала. Ну так и надо было сделать, по крайней мере, нам было бы что почитать сегодня. Я так понимаю, вы в первый раз в Хэнше. Вы выглядите как чужак в чужом краю. Как будто думаете, я могу заговорить с кем угодно, и им это понравится. Дайте угадаю, вы здесь по делам или что-то в этом духе? Встречаетесь с Белтауэр или Тай Юн Медикал? Не все так дружелюбны, как мы, сэр. Тай Юн – крупнейшая компания на этом острове, так что я готова ставить на них. Хотя вы производите какое-то странное впечатление. Вы кого-то ищете, верно? Что еще может понадобиться здесь чужаку? Может, ищете кого-нибудь не из местных? Большинство живут здесь годами. Новичка видно сразу, как и того, кто приехал недавно. Такой себе на уме. Все время сидит в капсуле. Проектом, который с недавних пор отнимает все мое время. Мишина, имейте в виду Панхия, совместный международный проект, направленный на соединение. Экосфера Земли в серьезной опасности, Элиза. И человечеству пора попытаться все исправить. Самый эффективный способ – изменить температуру океанских вод с помощью затравки из железа и геотермального контроля. Как только устало, Изменить температуру.
сейчас. Простите, мистер Дэро. Ты как ешь это? Я в доме ела лучше. Пожалуйста, не беспокойте меня. Я очень люблю эту штуку. Установка скорее теории. 你想要什么，老外？ Если хотите услышать продолжение эксклюзивного интервью с Хью Дэро, заходите на www.ebisweb.com. Вы заселяетесь в это крыло? Предупреждаю, здесь живут настоящие свиньи. Вы тоже пришли жаловаться? Я прошу прощения за беспорядок. Просто в капсуле совсем не осталось места. Тогда я иду в душевую, мне приходится обходить горы мусора. Думаю, капсула в южном крыле гораздо больше. Как иначе голландец умудряется хранить там все свои приборы? Я приехал в Прагу исключительно в связи с проектом, который с недавних пор отнимает все мое время.